И в завершении выпуска идеальные условия для отдыха и проживания детей. Так оценили детскую оздоровительную базу «Алмаз» члены правкома Удачинского ГОКа, которые на этой неделе побывали в лагере и проверили, как проводят лето дети сотрудников горно-обогатительного комбината. Подробности далее. Делегация провела в Алмазе половину дня, вторую половину решили посвятить знакомству с городом. Специально для ребятишек из Мирного и Удачного организовали экскурсию в краеведческий музей. Оттуда решили прокатиться по городу. Маршрут прошел по улице Набережной, на ней все достопримечательности города, а рядом самое главное сокровище – красавица Лена. Природа тут очень хорошая, деревья прям высокие. Шишек много. То есть есть разница с вашими северными, да, краями, да, более северными? Есть разница. Больше всего нравится, наверное, природа. Свежий воздух, аромат еловых шишек. Знакомство с Ленском ребят из Мирнинского района состоялось, а делегация из ГОКа была рада увидеть на лицах своих детей радостные улыбки. Ну, мы видим массу впечатлений детей. Мы здесь даже проехали по городу, показали знаковые места города Ленска, которые, надеюсь, запомнятся детям. Мне хочется поблагодарить, конечно, коллектив детской оздоровительной базы «Алмаз». Вот видно по итогам вот несколько часов здесь, да, что дети очень любят весь, наверное, коллектив. После экскурсии взрослые гости покинули Ленск, а для маленьких удачницев и мирнинцев отдых продлится до конца июля. Олеся Васева, Михаил Сенаторов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».